Так, давайте посмотрим, как поменять стиль сайта, или дизайн, или скин, как его могут называть, на движке Moho Portal или Mojo Portal, как его называют. Войдем на сайт для демонстрации. И вот здесь логин, пароль этого сайта demo.mojoportal.com. Это админ собака админком, пароль админ. Зайдем на русском языке. Все. И здесь для того, чтобы поменять оформление сайта, надо нажать на администрацию. В администрации мы идем на настройки сайта, а в настройках выбираем любой скин, любую кожу. Здесь несколько штук, но вы можете здесь увидеть еще больше скинов, если на вашем движке есть более широкий спектр. Нажмем предпросмотр, чтобы посмотреть, какие вообще есть, из чего можно выбрать. Вот здесь на стрелочками направо-налево из 18 вы можете выбрать любой. Здесь такие черные, синие, ну, в общем, всякие, да. Можете смотреть, как будет выглядеть ваш сайт, менюшки и все остальное, да. Вот уже лишний здесь выползает вот так вот, да? Ну ладно. То, что вам больше всего подойдет, вы просто выбираете. И все. Как просто, да? Пятнадцатый, ну. Вот, конечно, чтобы меню не переносилось на нижнюю строчку, необходимо будет сделать покороче, конечно, вот этот блок, да. То есть надо сделать так, чтобы рассчитать, чтобы все элементы меню были короткими и вмещались, да. Убрать что-то, может быть, лишнее, организовать как следует сайт. Здесь не должно быть столько менюшек. Ну хорошо. Вот, когда мы уже выбрали наше меню, тогда здесь есть еще одни особенности. Ну ладно, в общем, здесь одна особенность того, что есть картинка заглавная, допустим, да. Вообще все картинки можно менять. Просто вот проще всего взять, найти какую-то конкретную картинку. Вот, допустим, вот эту. Да, за зелененькая. Вот эту картинку. Ее можно просто поменять. И вместо нее будет стоять, что вам надо. И все. Только чтобы она соответствовала с размеру. Ой, с размером. И, соответственно, вот этот фон тоже. Если мы его найдем.
вот этот фончик, текстура. Здесь можно вообще любую картинку вставить. Она будет на месте вот этой зеленой. И все. В общем, это меняет полностью аспект сайта. Но для того, чтобы не было проблем, надо, чтобы цвета соответствовали, гамма цветов, да, потому что вот эти кнопочки, они так и останутся. Это две простые вещи, которые можно быстро поменять, а все остальное менять будет дольше. Поэтому надо выбрать изначально тот скин, который наибольше всего адаптируется по структуре, по, ну, по виду. И дальше поменять вот эти две картинки. Будет несложно. Все.